Подписываемся на канал, ставим лайки, нажимаем на колокольчик. Сейчас я покажу нашу круглогодичную теплицу, которую мы строим. Здесь у нас будет кочегарка. Здесь поставим ворота. Будет находиться печка. Ну и все остальное оборудование. Получается, у нас тут будет окно. С этой стороны окно. Здесь непосредственно вход в теплицу. Там у нас дыра под трубу. Тут снизу в мусоре тоже дыра. Ее не видно. И попадаем непосредственно в теплицу. Теплицу мы уже накрыли одним слоем пленочки. Пленочка 120 микрон. Китайская, тепличная. На крыше у нас получается 14 ширина и 100 длина. По теплице 95 длина, 12 ширина. Фермы вот такие вот из профильной трубы 40 на 20. Толщина стенки 2 миллиметра. В дальнейшем, к концу недели, нам придут моторы. Натянем вторую пленочку и будем надувать. В теплице уже посажены огурцы. Это у нас мадрилена. И тут турецкие гибриды на испытания. И Outrider Seeds. Один ряд помидоров также предоставлен на испытания. Фундамент у нас 2 метра в глубину. С этой стороны он торчит примерно 80 сантиметров над землей. Вот идет у нас профильная труба, к ней прикручен профиль и закреплена пленка на зигзаг. От фундамента, получается, отсюда от до этой профильной трубы будем закладывать кирпичом. Сейчас, пока у нас тут воздух гуляет, заложим, чтобы было все плотно, герметично. В фундаменте у нас арматура, к этой арматуре фермы привариваем. Вот такие фермы у нас. Теплице довольно-таки тепло уже, я бы сказал, даже жарко. Капельное орошение у нас. Поливаем два раза в день. Пока отопления нет, у нас стоит газовая пушка, так как ночами еще прохладно. Вернее, не еще, а уже прохладно. Огурчики уже начали собирать. Уже было несколько сборов. Вот он, наш мадрилена. Вот они. Вот они, огурчики. Огурчики хорошие, красивые, вкусные. Немного плохое развитие, так как огурцы были посажены, теплица была не накрытая. Стрессанули, сейчас огурчики отходят. Там тепличные помидоры, уже отформировали их. Тут девчата у нас подвязывают огурцы, пасынки лишние обрывают, сразу травку убирают. Наш Полери. Получается, у нас всего один трос. Второй не натягивали пока. С той стороны также делаем ворота. Это у нас будет, так сказать, лицевая сторона теплицы. Тут тоже руины у нас. Это все доложим кирпичом, выровняем, зафиксируем. Сюда сейчас варим ворота с профильной трубы. 60 на 60, 40 сантиметров, 4 миллиметра толщина. Ну и немного покажу по сбору огурца. Тут у нас огурец уже собирается. Девчонки собирают. Огурец мадрилен. Мадрилены от семени. Вот такие красивые огурчики. Хрустящие, вкусные, плотные. Еще не все, конечно, красивые. Еще есть пузатенькие вот такие, первые сборы. А так огурчик красивенький и очень вкусненький. Есть пузатенькие, конечно. Так, ребятушки, не забываем подписываться на канал, ставить лайки, побольше комментариев и нажимаем на колокольчик. Всем хороших урожаев и успехов!